Посмотрите на зрачок гадюки. Он щелевидный. У другой нашей самой распространенной змеи ужа зрачок круглый. Гадюка раздражена. Она угрожающе шипит и готова к атаке. Увидите ее в такой позе, будьте внимательны. Черный аист не прочь поймать зазевавшуюся змею, так как в его рационе наряду с лягушками рептилии занимают значительное место. Поэтому гадюкам в дневное время, а это тот период, когда змеи любят греться на солнце, нужно быть предельно осторожными. При встрече с человеком змея, как правило, пытается скрыться. При непосредственной угрозе гадюка занимает активную оборону, шипит, совершает угрожающие броски и наиболее опасные броски-укусы. Поэтому резкие движения при непосредственной встрече с гадюкой лучше не совершать. Обыкновенная гадюка смертельно ядовита. Ее яд схож с ядом гремучих змей. Однако она вырабатывает гораздо меньшее количество яда по сравнению с последними, и по этой причине считается менее опасной. Укус редко приводит к смертельному исходу. Тем не менее, укушенный человек должен немедленно обратиться за медицинской помощью. Весной яд гадюки более токсичен, чем летом. Гадюка – яйца живородящая. Потомство рождается в августе. Молодые гадюки рождаются длиной 17 см и уже ядовиты.